Если следующий пенальти будет забит, то серия после матчевых 11-метровых завершится. И к мячу идет Руслан Коря. Ему не повезло в первом тайме. Мяч после его дальнего удара попал в перекладину. Стандарты, в общем-то, сегодня не шли у Руслана Коряна, откровенно говоря. Но сейчас пенальти, который может стать решающим. И все это прекрасно понимают. Итак, Руслан Корян против Александра Руденко. Корян смотрит только на мяч. Разбег. Все! СКА Хабаровск в российской футбольной премьер-лиге. Хотя, наверное, мало кто этого мог ждать. В серии послематчевых пенальти СКА Хабаровск обыгрывает Оренбург со счетом 5-3. И футбольный клуб Оренбург вылетает из российской футбольной премьер-лиги. А СКА Хабаровск напротив, высший российский дивизион, поднимается. И посмотрите, как эти ребята, которые провели два в истории этой команды в российскую футбольную премьер-лигу. И все передают привет со стадиона «Газовик». Так выглядел решающий удар Коряна с 11-метровой отметки. Поздравляем СКА Хабаровск с выходом в российскую футбольную премьер-лигу. Сочувствуем, конечно же, оренбуржцам. Для вас работал Сергей Кривохарченко. До свидания. Пусть у вас все будет хорошо.